Я даже в своем самом страшном сне не могла представить, что ровно через 2 недели после свадьбы я останусь одна. Меня зовут Ханина Галина Ивановна. Я по национальности русская. Родилась и выросла в городе Баку. Мои родители родом со Смоленинского района. Все свое детство я росла в любви и дружбе. 23 мая 92 году я вышла замуж. Моего мужа зовут Ханин Вадим Евгеньевич. А 10 июня того же года я осталась вдовой. На фронт мой муж ушел добровольцем. Он сказал, я должен идти. Там погибают дети. В первом же бою он погиб, спасая и прикрывая своих ребят. Он остался на поле боя. Армяне хотели выдать его, как за наемника, который воюет за азербайджанскую армию. Его товарищ, с которым они вместе записались добровольцем, решил пойти вытащить тело. Он сказал, что как я могу смотреть в глаза его матери после всего этого. Он вернулся за ним. Тело его он отбил, но сам с поля боя он не выбрался. Они погибли вместе в том бою. Их так и похоронили вместе в одной могиле. Ханин Вадим и Ильхам Гасанов. Сегодня в моей стране идет война. В моем сердце тоже идет война. Между справедливостью и возмездием. Я 30 лет жду этой правды. Мне кажется, душа каждого шахида успокоится только тогда, когда Карабах вернется домой. Силы терпения матерям, женам, сестрам. Я верила, что когда-нибудь этот день настанет. И наши земли вернутся нам. И Карабах будет нашим. Сегодня я в этом уверена. Сегодня я учу своих детей. А все дети для меня – это мои дети. В дружбе, доброте. Рассказываем историю моей замечательной страны. Какая она у нас красивая, какая она у нас доброжелательная. Наши дети не пропитаны ненавистью. Мы учим их дружить и любить людей. Любить все живое вокруг. Чтить традиции всех национальностей. Беречь и уважать свою родину. В моей стране у дружбы нет национальности.